Фестиваль знаний в поселке Лопатино был приурочен к началу учебного года. Мероприятие организовано при поддержке администрации Ленинского городского округа. Вообще такой формат у нас практикуется в этом году впервые вообще на территории округа. Фестивальная программа, она позволяет познакомиться шире, глубже между соседями, узнать те организации, которые работают в сфере дошкольного, школьного образования, дополнительного. Мы поздравляем вас с этим днем и желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Будьте счастливы, наслаждайтесь праздником. В рамках фестиваля знаний все учреждения дополнительного образования микрорайона провели день открытых дверей и познакомили жителей со своими секциями. Любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах, играх и конкурсах и определиться с выбором направления. Самое главное – это вообще показать людям, какие есть направления в нашем жилом комплексе. Повысить рейтинг нашего жилого комплекса среди других жилых комплексов, потому что очень сложно, мы живем до такой транспортной ограниченности, поэтому людям сложно выезжать, и они должны знать, чему они могут научиться здесь у нас. Самыми активными на фестивале знаний были юные жители. Некоторым мальчишкам и девчонкам удалось посетить сразу несколько творческих площадок. Сейчас хочу сходить, попробовать научиться петь, а сейчас я вот делал поделку. Мы делали с моим другом дерево, и нам, в принципе, понравилось. И тут хорошие призы. Я шарик надувала. Ну, хотела еще поучаствовать в том дерево, делать поделку. Алена Маховеева пришла на праздник вместе с дочкой Настей, которой недавно исполнился 1 год. На фестивале знаний для таких малышей было много интересных развлечений. Очень классный праздник, ребенку очень нравится, много мастер-классов, подарки мы купили, конкурсы поучаствовали даже. Местные жители отмечают, что в их микрорайоне регулярно проходят интересные мероприятия на открытом воздухе. У нас очень молодой район, и большинство жителей здесь проживают именно вот с маленькими детьми. Школьного возраста, детского возраста, детский сад. Вот. И довольно часто проходят мероприятия, приурачивают к разным праздникам. День там, семьи, любви и верности, день защиты детей. В основном летние и зимние мероприятия, ярмарки тоже проходят. Очень хороший праздник. Отдыхаем, наслаждаемся. Для гостей фестиваля была подготовлена и большая музыкальная программа. На сцене выступали только артисты и творческие коллективы жилого комплекса. Трясится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева. У нас в ЖК живут очень талантливые люди, медийные личности, которые могут выступить и порадовать своих соседей своим выступлением. Артем Понин, юный участник праздничного концерта, выступил с танцевальным номером. Когда мне было 7 лет, я занимался футболом, но футбол мне как-то не зашел. И через год я пошел на брейк-данс, потому что я увидел, что там очень делают крутые трюки, всякие сальто. И мне это очень понравилось, и сейчас я занимаюсь 2 года. Такие мероприятия позволяют людям из новых жилых комплексов не только весело провести время, но и познакомиться с жизнью микрорайона, расширить круг знакомых и подружиться с соседями. Наталья Буслаева, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.